Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня буду рассказывать об новом обновлении IPTV Player. Ну, как видите, вот он здесь находится. Открываем его. У меня, конечно, пока запись идет, может быть, и не пошустрее. Смысл в том, здесь хорошее обновление пришло. То, что здесь уже прайс-листы скачивают, не надо просто-напросто. Ну, как бы сам по себе уже работает. Провайдер, ну и смотрим здесь. Тем, блин. Поубирал маленьком. Видите, да? Здесь вот есть один провайдер, здесь вот много-много, и Украина тут, и Брянск, и тут. Короче, честно сказать, вся Россия полностью, наши добросовестные ближние зарубежные гости и друзья, то же самое. Вот. Но фишка в чем здесь у них? Вот сейчас я поставлю, вот у меня прототипные программы все стоят. Так, и... так, сейчас мы найдем. Целая куча здесь у меня их, вот она. Вот. Ланчер, ну это понятно, ТВ-плеер. Вот. ADP Проху. Не забудьте ее скачать. Если на прототипную программу Aptodata, ну и P-Player вот сюда поставьте, здесь вот будет такая хрень. Вот. Она запускается от имени администратора. И вот смотрим здесь. Записали здесь. Есть уже 7781 порты сервера, ну и все остальное. Ну, в принципе, это вам не нужно. Так, скрыта консоль, запускаем. Остановить. Ну, запускаем. Ставим и здесь. Выбираем, какой будем плей-кодекс, через какой кодек. Ну, разницы нету. Все равно будем смотреть добавление бандвира. Бандвира — это такая хрень. Понятно. Так, ну что ж, закрываем. Он у нас работает при запуске автоматически. Делаем, проверяем Ctrl Alt Del, Delete. Не надо никакие там прибамбасы делать. Ну и смотрим, что у нас есть. Вот он запущенный. У нас 3. Не надо никакие поиски вводить, америкосовские эти. Ладно, бог с ним, поехали. Почему у меня два ярлыка? Ну, наверное, сделано так по обновлению. По этому ярлыку, как я проверил, смотрим здесь. Каналы пустые, здесь сделаем провайдеры. Смотрим здесь. Это все наши провайдеры. Вот, потом смотрим здесь. И здесь идет как бы свой ярлык здешний. Ну, я не знаю, как это, может, это и задумано было, но... Мне, в принципе, понравился это. У кого, ну, как вам сказать, вот у меня идет через мобильный модем, идет, и он мне как бы не так идет.
интернет не так мощнее, как должен идти. Ну, здесь видите, когда здесь уже не надо вам скачивать прайс-листы, как это было раньше делано. Ну это ладно, бог пока. Скачиваете там прайс-листы, там все остальное. В данный момент здесь уже сделано обновление, что прайс-листы не нужны, как я понял. Выбрать провайдера. Ну и смотрим. Вот они. Вообще идеально и великолепно, мне кажется. Намного. Прям, ну, мне понравилось, честно сказать. И коробку я уже, как говорил, уже как полгода уже выкинул ее. Смотрим. Самообновляемый прайс. Best TV. FreeBest TV. Ну, смотрим. Видите, у меня хреновасто идет. Сразу говорю. Интернет. Днепр, Омск, Томск, ну и все прибамбасы здесь. Ну, не знаю. Нет биби. Ну, видите, даже Крым показывает. Надо же. Нет биби крема Кушон. Жемчужной пудрой и гиалуроновой кислотой освежает, омолаживает, увлажняет можно, ваше лицо, но главное, сегодня смотреть. Скидка 58%. Сегодня антивозрастной комплекс другой для лица регион. С золотом, 24 ну, карат, 2 в 1. Сейчас сказать, вот рать Беларусь. Все напрямую, сразу не надо Адров. В сельском хозяйстве, в первую очередь, сейчас усилия местных руководителей должны быть направлены на отстающие. Ну, я еще раз говорю, если у кого хороший интернет, ну, так как у меня интернет, сами видите, не очень есть. Ну, тут все радости и невзгоды, все, что вы найдете, все есть. Все приятно даже, обалденно. Вот что я хотел, по крайней мере, с вами поделиться. Здесь каналы, смотрим, видите, уже... Ада. Екі жастың арасы 8 жас. Достықтан сезімге ұласқан махаббат хикаясы жайында қалыңдық осыдан 2 ай бұрын папарацци бағдарламасына берген эксклюзивті сұхбатында нағыз жүрек қалауындағы жігітті жолықтырған жеткізген еді. Менің атым Абай Асылхан. Да, смотрим, что там у нас. Веб-камера. Сейчас глянем. Ну, мне кажется, да, вот видите, Австрия. Сейчас мы будем. Ух ты, Америка. Обаньки, да вы видали, мы можем смотреть в любом месте. Ай, блин, модно. А я кто-то в одно время как-то скачивал. О, видали? Я прям в шокере. Мне нравится. Да ужаса, честно говоря. Я тут сам себе это все приоткрыл. О, блин. Херсон даже. О, видали Херсон. Там девчонки есть Херсон у меня, смотрите. Господи. О, видали. Господи. Господи. Кто видасть тебе, побачивши его, Петро... Ну, приятно, конечно, да? Вот Херсонский автовокзал. Девчонки, кто там с Херсонами писал, подойдите на камеру. Ну, сейчас пока хреново, наверное, камеры нет, там или что-то, не знаю. Я на вас вот гляну, блин. Ладно, все, пока всем. Ну, еще раз говорю, мне это вообще как бы более нравится, такая программа. О, я имею в виду порога. И как бы, ну, по сравнению, что вот это идет, федеральное ТВ, ну да, но она не для слабых компьютеров, сразу говорю, она. Вот, и не, как бы,
Она сама по себе тяжелая, и когда интернет выключаешь, она еще, ну, видите, что-то не хотим. Ну, ладно, бог с ним, не столь важно. Ну, ладно, все, спасибо, до свидания. Если что, не стесняйтесь. О, видите, даже заработала. Вот. В принципе, тоже здесь можно смотреть. Сыновья медведь. Здесь то же самое, как у всех. Реклама. Вот ты где, сын пьяницы. А ну-ка сними перья. Ты арестован. То же самое смотрим, ну и... Фильмов много, каналов тоже валом. Так что в наше время коробочки не нужны. Так, автомобили в наших условиях. Можно и через... Вот сегодня об этом, ну, видите, я расскажу в нашем неплохо. Тесте. А, открываем. Ну здесь какой недостаток, блин, ну... Автомобиль. Теперь он смотрится, ну, более задорно. Видите, как раньше. Надо. И вроде ничего существенного. Вот эти небольшие черты подчеркнули характер городского небольшого автомобиля. Тут поменяли головную оптику. Теперь она... Ну, может быть, в следующем будут. Так, пока. Всем до свидания. Следующее видео будет о Киноплей. Как убрать оттуда рекламу.